Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем проходить Diablo 2 Resurrection. У нас есть что-нибудь? Нет, нету. Так, сегодня мы пойдем с вами в Авадон. А, Куалькеку за награду нам надо сходить еще, ё-моё. Ну давай сходим. Куалькек, ты где? Рад тебя видеть! Спасибо. Благодарю за спасение моих солдат. Они хвалили твою отвагу в бою. Возможно, у нас все-таки еще есть надежда. Если хочешь, можешь нанять кого-то из спасенных людей. И, пожалуйста, возьми этот набор рун. Я берег их для щита, но тебе они послужат лучше. Только вставляй их в нужном порядке, чтобы их сила раскрылась в полной мере. Хорошо, спасибо. Руна Тал, руна Рал и руна Орд. Ну, неплохо. Пойдемте скинем это, естественно, все. Места нет. От слова совсем, да? Как нам впихнуть невпихуемое? Так, ладно. Сюда, опа-на, еще место освобождается. Уже лучше. Так, давай вот так. И вот так. А это вот так как-то красивее, чтобы было все на виду. Так, это оставляем. Это что у нас? Для ассасинов продаем. Чем могу помочь? Деньги, естественно, скидываем сюда. И погнали. В Авадон. Да. Не нравится мне это место изначально. Кто там у нас? Оо! Тут веселые дядьки. Скелетов наших валят один за другим просто. Элитные пошли. Где мой голем? Без голема и ни туды, и ни сюды. Ну да. Пошли отсюда, Хафет. Фух. Мы туда вернемся. Но только когда сделаем голема, соответственно, да? Блин, не этот голем. Это чё ж я? Так вот криворукий-то. Пошли. Встречаем ребяток. Ну, думаю, с этим попроще будет. С одним.
Забивайте его. Ух ты, сколько тут всего интересного и вкусного. Так, пойдем, ты мне нужен. Это как всегда, видимо, в самом начале, да? Была вся бесобратия. Звучит как странно, да, бесобратия. Как говорится, к столу. Да, в самом начале такие мощные нас встречали. Потом уже попроще. Ну, не сказать, чтобы дохлые, правильно? Они даже наносят урон. Небольшой, но наносят. Даже по голему. Так, ребят, сюда. Я помогу. Вижу, что магов надо. Одиночки они не страшные. Опа-на, устрашающий жезл я пропустил. Вот как так? Это интересно. Умение привлечения к умению кровяной голем, похищение жизни 8.15. У нас 3.17, но у нас с дырками. Хм. Не. Пожалуй, пусть останется так. Вперед, мои хилые воины. Я вам буду даже помогать. Чем смогу, помогу. Что там за телега такая? Интересная, большая. Лего просто не бывает такого. Я так думаю. Нам нужен скелетуша. Но его не из кого сделать. Воу-воу-воу-воу-воу. Ничего нового. Уровень, это прям я рад. Что дали уровень, спасибо.
Собственно. Я не смогу нести больше. Собственно, да. Собственно, как-то вот так тогда это все дело делаем. Ух, опасный демонический разлом. Видимо, мы за этим сюда и приходили. По поводу новых умений. Костяной дух. Урон 27-40. Давайте костяного духа попробуем. За место вот этого F8, да? А, давайте, да, F8. Что за костяной дух? Понятно. По урону он же мощнее. 27-40. Ну да, костяной дух получше будет. По поводу характеристик, силу мне надо. Это я помню. Если что-то пропустил, то пишите в комментариях, потому что ну не успеваешь просто за всем уследить. Так, вся банда в сборе. А тут просто был тупик, так что мы пошли правильно. Не, больше не поднимается, я проверил просто. Так, ну пойдем сейчас дальше, значит, смотреть. Куда нам можно податься? Я не смогу нести больше. Я перегружен, понял. Из дюшата все вышли? Вроде все. Так, а что мы там набрали? Жезл оставить, наверное, надо. Вот сюда. А это уже просто, как ненужный хлам, пойдет сюда. Все это мы продадим, вот это оставим. Урона от огня, уровень 18, кольцо льда, продаем. День добрый. Так, ману вот так вот поставим. Это у нас все битком. Деньги в копилку, как говорится, да? Погнали дальше. Куда нам надо? Куда нам надо, мы не знаем, да? Здесь мы не пройдем. Там мы снизу уже были, это по-любому. Оп. Двигаться нам поэтому только вперед получается.
Что это такое? Непонятно. Раньше было, наверное, что-то интересное. Живой еще ходит, смотрите, броет. Я зажатым альтом бегу, чтобы посмотреть, мало ли что, может, чем пропустил. Тут ничего нет. Передохнуть чуть-чуть надо. И опять путь. Вот это проход, да, Нацкое плато. Сверху мы были. Нам идти только просто наверх, получается. И где-то здесь биться надо будет. Перекур, передышка, говорится. И опять... Погнали в бой. Ну да, кстати, дух неплохо херачит. А магов больше нельзя, да? А жаль. Что там, кто-то был? Извините, просмотрел. Так, и вот начинаются основные боевые действия. Иди сюда, сволочь мелкая. Добили. Но он там сам сдох от голода. Погнали дальше. Да, энергия у нас растет, хорошо. Зайдите вы уже к нему. Ай, яд. Кого ты там стреляешь? Давай так, если хотите так. Я не против. Только где все наши? Не интересует. Так, голем здесь. Где хафет? Голему сейчас придет трындец. А вот так умеете? Так, собираем. И зелье. Пошли. Вот она, падла, нас постоянно стреляла по нам. Мы найдем Хафета. Где Хафет? Вперед!
сдохли. Что ты их насквозь пробиваешь-то? Да ладно вам мучиться, пошли. Где Хафет? Он куда-то исчез. И моих магов выносит кто-то. Маг. Давай вперед сюда. Голем, вперед. Вау. А, я его активировал, да? Да. Маг. Еще один маг. И пошли обычные скелеты. Горячо. Здесь плохо, что ни черта непонятно. Бес, блин, грёбаный. Сюда. Минус. Погнали дальше. За Хафетом придется, видимо, вернуться. Потому что Хафет маленечко что-то понапутал и куда-то ушел, покинул нас. Выходим, выходим. Да блин, что вы без Хафета не можете справиться вообще, что ли? Вот этого главное. Хлестателя убейте. Блин, быстрый падла. Так, ну я думаю, что нам надо сделать вот так, потому что без Хафета мы... Вон он, да? Да, здесь. Нафига нам эта херня? Чем могу помочь? Забери вот эту фигню. О, вот так-то лучше. Так, ну здесь мы были, да? Мы здесь явно проходили. Пойдемте выше. Мы прошли вроде как все укрепления, теперь нам сюда.
все целы, все невредимы. Вот такая армия по мне. Вау. Какой-то апокалипсис непонятный. Один в один они меня уделывают. Минус хлестатель, заходим сюда. Башня минус, отлично. Давай, мои хилые воины. Я вижу, скелетов не хватает, но это не повод расстраиваться. Еще катапульта. Катапульты самое главное минусанули. Можно заходить. Че я на передовой-то стою? Как Соломон. Чего вы там разрушаете? Разрушители вы мои недоделанные. Все, стучитесь дальше. Нате вам духов сюда. Все. Крепимся, копим. Голем, ты правильно же пошел. Мать твою, голем. Недостаточно. Мне нужна мана. Копим ману. А мне нужны маги. И чё теперь? Ты тогда послезавтра реально будешь. Отлично. Капец, ты тупой. Нет, вылез. Спиной щит какой-то. Сундучок. Но это, я думаю, нам
ничего не даст толком. Да, из сундука ничего толком не вывалилось. Так, собираем ребят в кучу. Бьемся как не в себя. Давайте, мои хилые войны. Я вас подержу вот даже. Ну не успел, но бывает. Так, скелеты нужны. Зелье исцеления пока возьму. Ой-ой-ой-ой, сори. А где я видел тут? Где-то видел же, да? Где-то была еще одна такая фиговина, в которую можно было спуститься. Вот она. Господи, я испугался. Пропасть Ахерона. Ну, давайте в нее еще, наверное, зайдем. Не знаю, что нас там ждет, поэтому сразу же вот так. Золото — это всегда приятно. Свиток возвращения тоже. Зелья маны дают. Зачем нам туда идти, если мы можем отсюда их помять? Они разлетаются, как миленькие. Еще и самоцветы из них падают. Давай, Хафеп, вали их. Ну, я думаю, хватит. Пойдемте уже по-честному подойдем к ним и попробуем поговорить. Я просто думал, может, у них там кто-нибудь синенький есть. А оказалось, что пока что нет. Знаю, набираю, но потом жалко выкидывать, да и пофиг, в принципе, да? Вот здесь будет веселье сейчас, чувствую. Скелеты уже пошли на убывание. Мана. Да нет, вроде мою. Ой, а вас там закрыли. Вот бедняги. Не повезло-то как, да? Синенького там нет случая. Не повезло, ребят, совсем бывает, да, понимаю.
Знаете, вот вам скелет туда. Развлекайтесь. Ну и чё? Ну, вроде поразвлекались. Мана мне не нужна. Оп. Висели. Там големом нужен. Надо подстраховаться на всяких пожарных. Вдруг голема реально поможет. У нас есть запасной вариант. Новый голем. Не ожидали? У меня был план Б. Сюда не заходим, стреляем отсюда. Голем пока живой, все замечательно. Вон туда еще скелетов. А, ну вот они, кстати, начинают синие, там вот они идут, да? И этот тоже элита. И этот элита. Того пока морозит вроде бы. Давай поможем. Что, я по нему не попадаю, что ли? Мне нужна мана. Отлично. Отколотый череп. Я не смогу нести больше. Ману пей. Вот это нам нафиг не надо. Так, вот так. Вот это. Так. Сверхмощная сюда. Все, погнали дальше. Скелетов у нас в армии не хватает. Ну, такое бывает. Мне нужна мана. Че, ребят, справитесь? Маны-то у нас было дофига. Так-то. Все. Чувствую, зря я это сказал. Сейчас будет как всегда и все, а там их куча. Давай. Наших просто так не возьмешь. Кольцо какое-то.
Все, больше нельзя там скелетов поднимать, да? А вот и сундучок. Ох ты, хорошо. Так, ну у нас ни черташеньки не лезет по-хорошему, да? Хотя, может, что-нибудь и влезет. Так, точно нет. Точно нет. Копье. Трезубец, защитник. Мощное зелье исцеления еще возьмем. Так, давайте. Сходим к умному. Старому мудрому человеку. Добрый день. Что он там у нас распознал, посмотрим. Только для друидов. Защита 14. У тебя, кстати, какой там этот... Защита 17. Ну, похуже, да. Ну, это понятно. Это к энергии. Это убираем. Череп. Камень, соответственно, тоже. Опять у нас перебор лама. Кольцо к рейтингу атаки. Ну, такое себе. К силе, к мане. Тоже такое себе. К твоим услугам. Привет. Забирай. Ну и вот так забирай. Это я оставлю. Нам надо сходить к старухе из Иргиль. Как ее зовут-то? Мне нелегко говорить об этом. Но кроме тебя мне сейчас никто не может помочь. Аня, молодой алхимик и дочь одного из погибших старейшин, недавно пропала. Сильная, смелая, находчивая женщина. Однажды вечером, как раз перед твоим приездом, я подслушала их с Нильятаком спор о смерти ее отца. На следующее утро она исчезла. У Нильятака своя версия того, куда и зачем она могла пойти. Не верь ему. Боюсь, что именно он подстроил ее исчезновение. Прошу тебя, найди Аню и верни ее нам. Окей. Это я сделаю. Мне возвращение надо было купить. Свитки. У тебя есть что интересное? Да нифига у тебя интересного нет. Поищите Аню в ледяных пещерах у замерзшей реки. Но я еще оттуда не дошел. Прости. Я перегружен. Не бреши. Все влазит. По традиции бежим к старперу, что он нам скажет, что мы нашли. Постой и послушай. И бежим либо продавать, либо оставляем себе. Ну, все по классике. Щит 58. А у тебя там сколько? 17, вероятность блока 40 и 13 сопротивления молнию. Ну, братан, вот это... Это мне пригодится. Это мне пригодится. Явно получше. Пока полежи здесь. День добрый. Забирай. Сейчас я еще кое-что принесу. Забирай. Так, это мы сюда выкладываем. И деньги скидываем на наш мега-счет. Так, ну пойдемте посмотрим, куда нам там идти. Нам надо отсюда выйти же, насколько я понимаю, правильно? Можем пройти? Нет. Что у нас тут стоит, что мы типа можем? Если мы типа не можем.
И тут все перегорожено, соответственно, да? Да. То есть только так проход был. Ну, значит, мы всех здесь победили. И больше тут идти некуда. Попей водички. Просто звук нравится. Вроде ничего не пропустили. Интересного именно здесь, что могло бы нас заинтересовать. И хорошо, что я вспомнил про эту пещеру. Так, куда нам там по заданию надо вообще? В ледяных пещерах у замерзшей реки. Но это куда-то наверх. Но этим, дорогие друзья, мы займемся уже в следующей серии. А вы не забывайте подписаться на канал, поставить ваш королевский лайк и, конечно же, написать. Возможно, вы заметили, что-то я пропустил в этой серии. Либо посоветовать что-то по броне и по оружию. Я буду вам очень благодарен. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!